Братья, салам алейкум. Наконец мы в Ульяновске. Вот здесь я сейчас сижу в теплом братском кругу. И мы обсуждаем завтрашнюю встречу, которая состоится в мечети Мубарак. Встреча будет в 9 часов по московскому времени или в 10 часов по ульяновскому времени. Она будет вестись и в онлайне, трансляция. Поэтому я вас приглашаю всех зайти онлайн по ссылке, которая указана внизу, и послушать нашу лекцию. Посвящена она будет вот такому уникальному феномену, как благодаря чему в самые тяжелые советские годы мусульмане смогли сохранить свою веру в татарских деревнях и в кавказских аулах. И вот эта вот внутренняя сила мусульман, как она реализуется сегодня и что она может нам дать в будущем. Будет очень интересно. Приходите на встречу и в мечеть, и смотрите нашу лекцию онлайн.